Нефтехимический холдинг «Сибур» ради получения новых технологий готов отказаться от контроля над непрофильными активами. Шинный бизнес компании войдет в совместное предприятие Ростехнологии и итальянской «Пирелли». Соответствующий меморандум уже подписан. После реорганизации доли «Сибур» в дочке «Сибур» русские шины сократится со 100 до 49,9%. Напомню также, что «Сибур» выставил на продажу и другой непрофильный актив – завод по производству удобрения. Он может достаться холдингу «Фосагро» в обмен на акции объединенной компании. Таким образом, «Сибур» планирует сосредоточиться на управлении нефтехимическими активами и увеличить эффективность производства. Возможное партнерство с «Пирелли», с Ростехнологиями позволит получить доступ к современным технологиям производства шин, а также получить промышленную поддержку со стороны итальянского производителя шин «Пирелли», что будет способствовать дальнейшему повышению эффективности нашего предприятия «Сибурские шины». Взаимодействие между партнерами в области обеспечения сырья позволит создавать новые типы синтетических каучуков для улучшения качества шинной продукции.